Здравствуйте, дорогие зрители, с вами Феномен, и хочется прояснить пару вопросов о конкурсах. Да, мы недавно запустили конкурс на 20 паков, но выяснилась такая проблема, возможно, это даже и хорошая новость, возможно, и плохая, что на один аккаунт через коды нельзя активировать больше 5 бустеров. Поэтому мы решили этот вопрос очень просто, мы сделаем 4 победителей. Не знаю, радоваться этому или не радоваться. Ну, получите по 5 бустеров. Ну, все равно халява, друзья. Халява. Так что тут как бы все. А, еще один вопрос. До какого числа конкурс? Конкурс проводится до 8 сентября. Так что заходите, кликайте на фотку, если кто-то не знал об этом конкурсе. Ну, ссылочка в описании на него тоже будет. Ну да, ссылочка на него будет в описании. И еще один конкурс, который уже проходит в моей группе. Это уже 7-й по счету конкурс, где вы можете получить в этот раз не рандомный ключ на игру в Стиме, а будут разыграны именно 3 вот эти игры. Это Counter-Strike, Global Offensive и DayZ. Ну и Magicka. Так что тоже кликайте или на фоточку, или ссылочка будет в описании. Он тоже, кстати, идет до 8 сентября, так что мы все в один день разыграем. Надеюсь, вам повезет. Так, ну и на этом, в принципе, все. Еще тут подарочный бустер вам открою. Керн кровавое копыто. Вот видите. Возможно, и вам повезет так, друзья. Так что вступайте, подписывайтесь, делитесь. Керн, прикольно. Жалко, что он у меня уже есть. Участвуйте в конкурсе. Так, ну и на этом все. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Не знаю. Посылайте письма бабушкам. Все. Всех люблю, всем пока-пока.